Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие иркутяне, дорогие сибиряки. Мне очень приятно быть на этой сцене, на сцене старейшего иркутского кинотеатра, художественный. Мне очень приятно участвовать в «Десанте 2022». Я хочу сказать огромное спасибо Татьяне Жендаевой, которая организовала всю эту историю, придумала и несет на своих плечах это тяжелое бремя соединить артистов, часто несовместимых, часто неорганизованных. Огромное спасибо Танечке за эту удивительную ношу. Смотрю на этот ролик свой и каждый думаю, ужас какой-то просто. Честное слово, не такой ужасный. Но Таня, наверное, знает, какой я. Простите, Татьяна Николаевна, за все наши ошибки. Очень приятно быть сегодня с вами. Мы прошли иркутскую историю, впереди нас ждет еще почти 10 выступлений. Каждая встреча – это запоминающаяся история национальных традиций, особых каких-то отношений, людей, творчества, производств, силы нашей русской земли, огромной России. Каждое выступление сейчас я начинаю со слов поддержки нашему правительству, нашей армии, нашим солдатам, офицерам, выполняющим долг, защищающим нашу Родину. Это необходимо делать. Это трудное время, и мы обязаны подставить свое плечо. Я спою песню, которую написал мой друг, композитор Олег Попков. Она называется «Армия в бою». Армия в бою. Если армия в бою, ты ее не предавай, не предавай. И ребятам, что сейчас в строю, ты удачи просто пожелай. Если армия идет в поход, ты подставь ей свое плечо, ведь за армией стоит народ, который верит в Бога и во что-то еще. Эта армия твоя, моя, с ней дошел до Берлина дед. И спала спокойно Родина моя под защитою победных лет. А война она уже идет, 8 лет назад открыв свой счет. И на войне той гибнет мой народ, который верит в Бога и во что-то еще. А война она уже идет, 8 лет назад открыв свой счет. И на войне той гибнет мой народ, который верит в Бога и во что-то еще. Чтобы не было войны сатаны, чтобы дети не боялись спать, едут в поле на броне пацаны, чтоб страну родную защищать. Напиши им пару теплых строк, им тогда все будет нипочем. С вами, пацаны, народ, который верит в Бога и во что-то еще. Напиши им пару теплых строк, им тогда все будет нипочем. С вами, пацаны, народ, который верит в Бога и во что-то еще. Который верит в Бога и во что-то еще. Который верит в Бога.
сегодня, в наше непростое время, мне кажется, очень будет правильно, справедливо и очень важно вернуться к своим корням, вернуться к истокам нашего русского слова, к любви, к нашему слову. И, как сказал наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, «Любите самого себя, достопочтенный мой читатель. Предмет достойный, ничего любезнее верно нет его». Понятно, что эти слова вырваны из контекста, но я долго не мог понять, что значит «любите самого себя». Как же люди вокруг? Что за эгоизм такой? «Любите самого себя в даре творчества, в своей лучшей способности что-либо делать, в даре любви к семье, к своим предкам, к своей родине». Мне кажется, это очень важно сегодня понимать. Я прочту вам несколько строк другого великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Я очень люблю нашу русскую классику. В ней зарыто все наше с вами богатство и благосостояние. «Сей день, я помню, для меня был утром жизненного дня. Стояла молча предо мною, вздымалась грудь ее волною, алели щеки, как заря, все жарче, рдея и горя. И вдруг, как солнце молодое, любви признание золотое исторглось из груди ее. И новый мир увидел я. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный все вторит весело громам. Ты скажешь, ветренная геба, кормя зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. Люблю глаза твои, мой друг, с игрой их пламенно чудесной, когда их приподнимешь вдруг и словно молнии небесной окинешь бегло целый круг. Но есть сильней очарование. Глаза, потупленные ниц, в минуты страстного лобзания, и сквозь опущенных ресниц угрюмый, тусклый огонь желания. Федор Иванович Тютчев. 150 лет назад. Такие простые, такие естественные и живые строки, которые отзываются в душе. Во всяком случае, я их слышу в себе. Просто иногда необходим какой-то толчок, необходим какой-то взрыв, сход лавины, чтобы разбудить слежавшиеся пласты жизненных интересов и забот. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Тоже Федор Иванович Тютчев. Бескрайняя широта русских земель – это бескрайняя широта русской души. Русским называется тот, кто России любит и ей служит. Так сказал Петр I. Многих интересует эта территория, наша территория. Но это территория русской души. Отнять ее можно только с уничтожением нации. Так что русская литература, национальная литература, традиции, история, балет, театр, музыка, сказки, былины наших бабушек, колыбельные – все это наше с вами. Это наши с вами щит и меч сегодня. Это слово, из которого мы с вами сделаны, сотканы по словечку бабушек и родителей. Слово, которое нам дано с вами сохранить в первозданной красоте, любви, целостности, без коверканий и уродств передать будущим поколениям. Конечно, надо любить весь мир, безусловно, принимать все его блага, быть открытыми ко всему миру, не бояться его. Но при этом нужно обязательно не забывать о себе, помнить свои корни, чтить их и любить. Ведь нет ничего более сильного, чем человек.
более важного, чем человеческая душа, глаза, как зеркало души. Но мы очень часто забываем, что мы красивые, сильные, настоящие и простые. И есть прямая связь нашего внутреннего мира и окружающего. Что думаем, то и получаем в реальности. Правда молчит, ложь говорит. Была нация победителей. Стали как бы и не при делах. Смотреть в глаза тем, кто своей доблестью, честью, кровью отстаивали нашу с вами свободу, наше с вами счастье. Сегодня не нужно. Эти люди ушли из жизни. Мир перфекционизировался до такой степени, что рамки ненужности отпали просто за ненужностью рамки дозволенности. И война как будто и не заканчивалась вовсю. А идет она, идет. Раз целую страну, гигантскую, мощную державу нейтрализуют. Пытаются. Я спою песню, которую я очень люблю, которую любили мои бабушка и дедушка. Песню из фильма «Офицеры» от героев былых времен. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый смет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. И в штыки поднимался как один те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Спасибо. Но браво нашим бабушкам и дедушкам за то, что они отстояли наше с вами абсолютно счастливое настоящее. Могли ли, вот мне интересно, наши бабушки представить себе, вообразить в самом страшном сне, что кто-то будет сомневаться в правильности действий наших солдат? А мы с вами ближайшие их потомки, вот прямо вот рукой подать. Для меня Россия, СССР, безусловно, это моя родина. Но все-таки еще большая для меня родина – это мои предки. Родина и родные – это однокоренные слова от слова «род». Не будет этого понимания, не будет ни нас самих, ни родины, вообще ничего не будет. Поэтому чтим, любим и помним наши корни, наш советский строй, всю нашу тысячелетнюю православную историю, ибо нет ни одной вехи нашей российской истории без православных корней. И даже пройдя всю атеистическую атмосферу прошлого века, мой дед, тыловик по призванию, главный бухгалтер огромного предприятия советского, передал мне переписанную от рук Библию перед своей смертью. Таким образом, я понимаю, что дед фронтовик Петр Викторович Горобченко победил нацистов, отстоял это на поле боя, а дед тыловик передал мне в мои руки веру. Так что Россия жива,
она живее всех живых. Мой дед Петр Викторович Горобченко ушел из жизни 9 мая 1992 года. Очень трудные года перестройки, в свой священный день. Он очень хорошо понимал, что происходит и что нас ждет. Поэтому в наших силах сохранить наше богатство и отстоять нашу Родину в целостности, невредимости и красоте. У меня была интересная поездка в Иркутск несколько лет назад. И я уже тогда был восхищен этим городом. Мне нравится красота его. Я с удовольствием сегодня прогулялся, пробежался по нему, поговорил с людьми. Я люблю Сибирь. Я сам родился на Урале. Совсем недавно мы были в Удмуртии. Посетили бабушек бурановских, которые рассказали свою удивительную историю погружения в шоу-бизнес мира. Они перепели импортные хиты в лаптях, в своих удмуртских нарядах. Говорят, что им было немножко неудобно представлять так страну. Но они смогли пробить эту цивилизацию. Они смогли завоевать и уважение, и любовь. Они смогли заработать там денег, как ни странно, привезти их домой и построить в своем селе Бураново православную церковь. Отлить колокола, и идут службы, идут литургии. Ни одной копейки они не потратили на себя, насколько я понял. Все было вложено именно в эту корневую связь времен. Так что у потомков Буранова есть наследие, есть богатство и есть память предков. Несмотря на их удмуртскую национальную основу, традиции, в которых они удивительно, конечно, себя чувствовали в этом зарубежном мире, когда они оказались в Москве и увидели надписи «Москва Сити Холл», удивлялись «Сити Обувь», «Москва Сити». Дело в том, что «Сити» на их языке – это, простите, говно. Бабушки очень удивлялись, а куда делись простые русские слова, как «город», ну и так далее. В общем, честь им и хвала на таких бабушках сегодня – стоит наш с вами мир. Беречь, любить, понимать и делать то же самое. Их интеграция самая чистая, самая настоящая, самая прекрасная, которая по-настоящему удалась. Они ее сделали. Я очень люблю наши классические, поэтические, прозаические корни, в них действительно много силы, и если не получается связи духовной на сегодняшний день, достаточно читать литературу русскую. В ней есть абсолютно вся абсолютная информация о том, что несет в себе русская культура. Вот, поэтому ответы есть, дорога есть, и я хочу спеть вам песню на стихи моего любимого поэта, великого русского поэта Бориса Леонидовича Пастернака. Песня называется, в народе она «Свеча горела», а в его редакции это «Зимняя ночь». Свеча горела, как летом роем машкара летит на пламя. Слетались хлопья со двора, как конной раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени. Скрещенье рук, скрещенье ног, супы скрещенье. И падали два башмачка со стуком на пол. И воск слезами с ночника на платье капал. И все терялось в снежной мгле, седой и белой.
Свеча горела на столе, свеча горела. На свечку дуло из угла, и жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно. Мело весь месяц в феврале, и то и дело. Свеча горела на столе, свеча горела. Мело, мело по всей земле. Мело, мело по всей земле. Мело, мело по всей земле. Песня о любви. Любовь занимает в нашей жизни основополагающую вещь, основа жизни. С ней приходится нам разбираться очень много, подробно. Это основа наших семей, основа наших отношений, дружеских, родственных. Любовь – это удивительный механизм, который состоит из ряда принципов, правил, основ, которые требуются для выполнения, чтобы эта эмоция, которая дается человеку, сохранялась, чтобы она была и, возможно, даже и вечной. То есть любовь – это для меня не совсем эмоция, это верность, искренность, правда, доброта, желание продолжать. Самое главное для мужчины, наверное, нести ответственность за то, что ты сделал, взял на свои плечи, взял, неси. У меня вторая семья. В первой есть сын, 24 года. Мы очень любим друг друга, дружим, общаемся, творческий человек. Во второй семье, как подошел серьезней, ждал 5 лет, просил у Бога, потому что понял, что самому выбрать невозможно. Просил из ребра, просил настойчиво, дождался, пообещал. Понял, что дело непростое. Отнес ответственно, пообещал, что буду верен взятой ноше на себя. Так продолжается уже 15 лет. 5 детей родила Полина, не предполагая сначала, что ее это ждет. Но, слава Богу, в общем, все возможно, я так понимаю, и все в наших руках. Дай Бог каждому сил, веры, надежды, потому что любовь – это как по оголенным проводам вот течет ток, вот так, чтобы ток любви тек по оголенным, по искрящимся проводам искренности, чтобы это было всегда живо, чтобы они были скручены. И тогда вокруг них возникает вера, которая по-настоящему начинает вращать роторы жизненные, генераторы, запускать моторы, и тогда все начинает происходить. Я так это чувствую. Я спою вам песню, которая называется «Вижу лед». Она не гитарная. Начинаю с гитарных, потому что очень люблю гитару. Она для меня такой очень контактный, близкий инструмент к сердцу. Вот. Но сейчас хочу спеть песню также моего друга-композитора Олега Попкова. Она называется «Вижу лед». Она тоже о чувствах. Вижу лед, я в твоих глазах, словно мы чужие, с бокалами в руках. Пустой аэропорт, скоро вылет твой, а я вернусь домой. Смотришь ты, рейсы на табло, мы с тобой молчим, было, но прошло. Вот и все, пока, вот тебе рука, и в небо, в облака. А я останусь, долети до облаков, отпусти мою любовь, и не думай ни о чем, пусть она пройдет дождем. Долети до облаков, отпусти мою любовь, пусть она пройдет дождем, как наше прошлое в твоем. Я любил, так тебя любил,
Я в твоих руках по течению плыл. Я тебя спасал, в сердце сохранял и ответ искал. Твой ответ холодный, словно лед. Отпущу любовь в последний свой полет. Улетаешь, что ж, слезы смоет дождь. Сердце не тревожь, не надо. Долети до облаков, отпусти мою любовь. И не думай ни о чем, пусть она пройдет дождем. Долети до облаков, отпусти мою любовь. Пусть она пройдет дождем, как наше прошлое. Спасибо. Я хочу спеть еще одну песню, которую очень любила моя мама. Я хочу ее посвятить всем нашим родителям. Это песня юности, возможно, многих из вас. Она называется «Белая береза». Мы ее сделали в новом, свежем варианте. Послушайте, пожалуйста. «Белая береза». За рекой, за речкой, раскудрявый клён. В белую березу был тот клён влюблён. А когда над речкой ветер затихал, клён березе песню тихо напевал. Белая береза, я тебя люблю. Протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Игриво шелестя листвой, у меня есть милый ветер полевой. И от этих слов бедный клён стихал. Песню ту березе тихо напевал. Свою тонкую, без любви.
взятку, свою тонкую. Без любви, без ласки, пропадаю я. Моя. Ты любовь моя. Спасибо за теплые эмоции. Спасибо за эту встречу. Я желаю вам добра, счастья, любви.